Шламалохун парджанан мугыбы. Амохун ила мякран тохун, умагыбан тохун, Жанна Юханова мэнджибыт дэпэт хагяна атурая. Удю ана бадрайван шламалохун мэнбэтэт мякра Александр Симонов, афт ила амранат мдитэт Санкт-Петербург. Мякра Александр, мэнджибыт чулы хазанан, парджанат да вебсайт хагяна атурая менджибы чулы атурая катади бгзая убышмайна катан бдрайван шлама алохун хавитун раба басима кат удюкати кабулы тунжуда хабетохун и каралы кати раба бгдаеван битпакта амохун у шлама алохун упшена тиетун جاف داها ويبسايت هجانا اتورايا جو خرز ديان ابنت انا ايفن جو بيتوخن او ارخ ديوخن ايفن سلام عليكم اتورايا من كل مديتا اخنخ اتورايا بخماخ جو مديتا سان بيتربورغ انا الكسندر سيمونوف هدية بدهم زمن لشان تورسني كت Она Лен Спайла Хамзума на Лишане Диени. Я Александр Симонов. Живем с семьей в Санкт-Петербурге. Мои предки прибыли сюда из Турции. Район Хакяри, область Альбек. Деревня Каланес. Наши предки жили там до 1915 года. После геноцида со стороны Османской империи моим дедушке, бабушке и остальным родственникам пришлось эвакуироваться, бежать в сторону России. Поначалу жили в Джерелиевке очень тяжело. Бабушка ходила, буквально искала пропитание для семьи. Бнеумтан мугаби шламалохун, ана Иван Александр Симонов, амранат мдитат Санкт-Петербург. Мякра Александр хача лелес пай хамзума лишана диян, у ана бы тарджиманаха хамзамта. У аслы дахтмэрэ мякра Александр ина мэн Туркия, мэн Альбек. У шитет альпо очамо хамшасар, данет ряка-ряка, данет плаша камая тивиляя, савет мякра Александр, нану саву рикана мен альбек, у тиина латрат Русия, мен каме тахиина ал таймнат Русия, джухамата катила курбет Ставрополь, мен бархада мякра Александр. Джерелиевка. Джа мата шимо ива Джерелиевка, у как дун дальше? Дальше, когда раздали землю, стали жить очень хорошо. Буквально 2-3 года наши жить стали, семья очень хорошо появилась. Как раз дедушка говорил, мы пришли Гупердеса. Угу. Все было очень хорошо. Возделывали землю, очень много было это всего. Там же земля такая плодородная. Да. Юманыка мая имант савет мякра Александр этивала Тритрусия у лях ива чипнуйта у хая раба эскева у литфалун лахма кат махливанлун заре у мамбархада кат пулилун арана к атиана би акярута би зрута шурилун спайба хая у дахт мире лесаву мпеленджев пердеса. Потом все стали делить. Смук. Данет коммунизм, куль... Арана шкилен, амедрен. И наши... Кто-то сказал, было такое, что можно ехать в город большой и заниматься, ну, чанкячи, чистить обувь, и будете жить не хуже, чем там. У Тфанаши, кат мирун, данет Совет Юнион и ман Вилла Революшн, аран медрешки лелун мен идет Алма, у хина хаюта эскава медре Вилла хаюта эска, у хамен атурае мир лекат хушун алхам дита джурта, у тама бетхавитун чоткачи, дахчуле атурае эдановае ваджум динат Русия, у раба спайбет хаит, у шулохун спайбет хаве.
И действительно, потихоньку стали обживаться. Тогда возможность была, людям дали жилье. В Санкт-Петербурге дали жилье, люди стали обживаться и уже тоже подумали, что вот теперь тоже, вот теперь наконец-то, вот теперь мы заживем очень хорошо. Угу. Но потом пришел 37-й год. И данет имен тилю налдитет Санкт-Петербург, отмеджет хают араба спай ива, шула отфалун, у пляхова, у чулеманди ива спай, у кубелун бетфате ичет масива хаива, ина шитет лайшава, альпо чамот лайшава, мадре хазлумья тилю ал атурает Совет Юнион, у ляха атурает, чуле амранет Совет Юнион. Да, и пришел 37-й год, хотя моей семьи по прямой не коснулось, арестовали только брата моей бабушки и остальных братьев, а вот чисто Симоновых почти не тронули. Но буквально через 3 года началась Шерри. Началась война. А война, Санкт-Петербург, это блокада. До блокады в 1940 году умерла бабушка, в блокаду умер дедушка. Папа со своей семьей очень страдали, тяжело, голод, дистрофика им были. Да, в блокаде были. Но я переведу. Да. Шитетляйшава эданет виле. Виле азлум я дахтмерен, мен кам данах нанжура бахурзе гукивах бут даха дана бут данишеннет катлаха, раба мен амранет Совет Юнион, пишенет вика джодусах, пишенет шудрал Сибирия, у лаха атурает Санкт-Петербург, раба мен не пешлун двика, апент бетуйтет мякра Александр, аха злум я лели тия джубет фате лена, ан курба хзмане, аха мандила хзилун, ина раба манатурает Санкт-Петербург пешлун двика. У они трешена ворон, ман бархада тиле плаша, плаша трияна тивиляя шитет альпочамо арпиха, у лаха джом дитет Санкт-Петербург, раба, Хайляна плаша виели, у леха витала блокады. Хаши тау пальджа, химякра Александр. Курбаба трешина, лехал танчма. 900 дней. Отчама юмана, бужзода, отчама юмана витала блокад леха джом дитет Санкт-Петербург, у витала чепнуйта, у карта леха иля гербит атра, раба карта, у данет плаша раба картева у чипнуйта у алма мятева мен карта у мен чипнуйта 1,5 миллиона у хи ха миллион у пельге амранет Санкт-Петербург мунихна мен чипне у карте у бабет мякра Александр эдана виел леха джумдита чмешен ва бабо хон мякра Александр 12 лет тарисершене яла у пишена леха джумдита лена хиша дучана хина В 1944 году. После блокады? Да. Чуля блокада, пешлун леха, умам бархада, меха... Чуть легче стало, когда возможность была уехать, они уехали, когда в 1944 году. И че? Куда уехали? Сначала Уфа. Там были родственники? Нет, просто поехали. Знали, что ассирийцы там есть, и туда поехали. В Уфу сначала. Шитетель поочамо арпи арпа, эданет... блокад перекла джумдита мусил хача приклала хача хей хача алма мусил палат мен мендита у эдана хшлун алхамдита хита у тама хел практит плаша хи ви хей до конца войны хел шитетал по чамо арпи хамша эданат плаша перекла у манбар хада мадра хаюта дулла дра ал спай урха мадра Ниха, зрезла, у алма шурыла спай бахая. У мадра дороху на умдите Санкт-Петербург. Конечно, мы родители, папина семья, они приехали обратно, как только возможность была вернуться, потому что кроме как здесь, они не знали, где возможно. Здесь просто осталось очень много родственников, не все же уехали. Потом все те, которые были, вернулись все сюда. А во время блокады много ассирийцев погибли? Здесь вы не знаете? Подсчета такого не было, но погибли много.
Погибли много, потому что у раби Михаэля у Садо был список, список хаятта организации до 37 года, до блокады. И потом, когда мы буквально вот недавно читали, мы там процентов, наверное, 40 не нашли семей, которых вообще сейчас есть. А вообще семьями просто погибли, наверное. Да, конечно, конечно. Данет блокад леха мунихана раба атурай у мякра Александр Мутхыры леха шимат мнаха раби Михаил Садо, кат ахнан раба ахашима матхуру вахджохур задиян раби Михаил иваха габара, габарат умтан, ива мальпана, ива чатава, раба раба умтаная, убриха парсупова, у аф атфале хэшбуйнат атурая, атфале ктава, кат ива Этилеха Андитет Санкт-Петербург, Менкам Плаша, Ива Хашотапу Тапшемет Хаята. У Мамбархада имант кат хушбенелун чуле атурает кат пьяшена джум Дитет Санкт-Петербург, хзилун кат арпимен эмма шемане лид. Яни ан арпимен эмма пишена муньиха данет Плаша Трояна Тевилая. Бичуле Бетуйтехи. Всеми семьями. Да, да, всеми семьями, конечно. Чаще всего так. А Мекра Александр, чуле Атурая Ива Ментурке? Пиргин Турки, Пиргит Мен-Иран. Мен-Иран, да, тфа? Ну, больше из Турции. Больше всего из Турции. Аль-Бакная, наян, ит приша. Аль-Бакная, Бушриба. Аль-Бакная. Хинамани ит лаха. Хэтча гаварная. Не, гаварная, а в основном Аль-Бакная. Аль-Бакная. Мы сабаб, чула ива хазмана, у хатилу, хинабара, бару, от хайесура. Сначала они приезжали сюда, и у них проблема была, у мужчин не было женщин. Жениться не на ком. Почему многие семьи пропали, не то что пропали, они просто исчезли из ассирийства. Находили русских девушек. Во-первых, не было изначально женщин, потому что с женщинами тяжело было уезжать. Бежали в основном мужчины, те, которые могли убежать. Женщин было мало, и кроме того, что женщин мало было, нужно было еще холодавить давать. Нужно было колым давать. Если ты не богатый, если у тебя денег нет много, то ты не сможешь заплатить за невесту. И поэтому приходилось искать, там, если нет денег, приходилось искать из другой нации. Поэтому в процентном отношении многие растворились из-за этого тоже. У мякра Александр Мэрилека Дана Триакаряка, сама зода Лехамутина Урзы. Мен сабаб раба эскева данет хина плаша у мудзлумят или бришет умта раба эскева у урзе ноше берекева мен до плаша мен до злумья у этсена мутина леха у литфанекве у урзе пишева этха ладжвире у леятива мича мачхива бнате кат хави атураяте у бджварева нахрай у руснае ян приш мелет у атха пешлун тлиг мен умта пешлун пшир леха джуатра. Да, вы надо было давать за невесту. У мякра Александр леха матхурили кат эдана уп мара лазом явива дава ка бнате ка маравата бнате кат джорива масива джорива у эдана литфалун зуиз у литфалун чумен ди литфалун отха бджварева у руснаята у бтлякова дах атурая пешлум пшире джов атран храя у аха иля проблемат умтдиян, кат ивах бурбызы, джа в прише отрываты дунья у бетляковых, джа в дани
Джавгялюта, Джавдани Атравата, Нахрая, Кат Инакатан, у Лишанан Бетлакала, у Мардута, у Чульманди Бетлакана. Мякра Александр, Баба у Йемадиохун Ива Манхамата. Манхамата, Метат Каланис, Гу Альбек, район Хакяри. Хакяри. Чула хазмана диохун этина ал атрат Русия, ян балькит пишена джав атравата хейна? Го Русия. Чула Русия. Лет лохун хазмана дучана хейна? Ли, ли, ли. Ана лыян. Может, есть кто, но я не знаю. Нанух, савух, ани, хатфате, ахунбате. Мне прадедушка написал со стороны мамы, они же там рядом с соседями были, Гукаланес. Он написал мне список родословных. Вот после меня еще 8 колен есть. У меня надписи, все, все примерно я знаю, кто. Все да, здесь. Все здесь. А во или Савет Емух. Бабет Емух. Сави. Савет. Савет Емми. Я его застал. Чули шимана катух мирели. Сави, Савы. Сави, Савы, Савы. Риба, риба. Чтива чули. Итли. 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 Рава спай. Мякра Александр, буд плаша мутхерен ади плаша трияна тивиляя, джо плаша виена савохун, я бабохун, я хазманохун. В войну участвовали? Нет. Мой папа был молодой, дедушка умер. Танут плаша савохуних. Близких нет. Чуть дальше там есть и отчим моей мамы, участник войны. Энхина хазмана виена, шурикена джу плаша. Дырана ман плаша. Не все, но дырана. Дырана. Да, не все, но кто-то вернулся. Вот дедушка, это сам отчим мамы вернулся. А, ну, есть, которые, конечно, погибли. Иткатлена дыра, пишена муниха джу плаша. Окей. Тфаха хашбуйня ляха джо Санкт-Петербург, кат чма наша хишина плаша, чма дырана, чма лена дыра, балькит рабы Михаил, ви юлы атха? У рабы Михаила был этот список, и, в принципе, их не так много, и поэтому мы знаем, кто вернулся и кто погиб. Ну, у рабы Михаила, конкретно я сказать не могу, но у рабы Михаила список был. Бат масах я тахман был, это рабы Михаил. Конечно, конечно. Каша Стефан. Каша Стефан, да. Мякра Александр Марелы, кат раба Лена Вият урает, кат шурикена джу плаша ман дитит Санкт-Петербург. Ха сама мане дырана ман плаша, ха сама пишена муниха. У хешбуйна этфале рабы Михаил Садо, у адия чуле они читавы, у чумат чуле шуланат ваде ва рабы Михаил, ваде ле Бруну, Каша Стефан. Я хочу сказать, что не было такого большого количества участников Великой Отечественной войны из-за того, что 150 человек молодых ребят были расстреляны. Во время репрессий? Да, во время репрессий 150 человек расстреляны. Поэтому их брать взяли только тех, которых не расстреляли. Okay. На фронт пошли те, которых не погибли во время репрессий. А там все люди были 25, 30, 33. Вот у супруги два дедушки, те по 27 лет были. Расстрелянные. Расстрелянные, да. Mm. Поэтому и на фронт попали только минимум их, потому что все остальные были расстреляны. У Алтат Даха, кат хача Атурая Шурика на Джуплаша, мандитет Санкт-Петербург, ива кат шитет Альпоча Матляй Шава, мохамши, 150, мохамши пар суп, пишена ктыла Атурая, сритла, срихамша тляй, тляхамша шины, джвенка, Эммо хамши пар супа, мэнда сурта умта, мэнда нхэчма бэтфата, кат ива джом дитат Санкт-Петербург, пишена ктыла, у литфахина наша, кат шарик ива джу плаша трияна, мэн сэбэп мэн камдана, эн гебара, эн джиилы, эн алэйма, пишена ктыла, у пишена савы, у ани джу плаша лэна шурика. Дедушек, кстати, почти не было. Угу. Стариков не было
вот было там ему два или три старика, которые были на самом деле там буквально два или три человека, которые такое были. Потому что в этом возрасте по зурлом сюда не пришли. Пришла молодежь, да. Дана тряка ряка савелена мотин леха. Мотина ан джиле ан яле дани. У ани да леха пошлунг тойлы. Раба мапшамантала и на эдана ташитат атра атхава. Эдана хаютат атра атхава. У лит джухелен лемасах шахлепахла ташита. Данат Сталин раба злумятили ал атра. У раба наша пошлун злыма, раба пошлун ктыла, ахнан джу раба хурзан матхуревах, уб атурает амранат Совет Юнион, дахчуле амранат атра эдана пошлун ктыла. Сейчас расскажу про дедушку. Значит, дедушка рассказывал папе, а папа, соответственно, мне, о том, как они уходили из Каланис. Савет мякра Александр Шимумуйва. Шимет Сав. Беньямин. Беньямин. Хукилек бабет мякра Александр. Симон. Дахи виина бряка данат плаша плаша ман атра. Шимет бабух ива Симон. Симон. Они были, рассказали им, что сейчас придут курды и будут убивать ассирийцев, которые живут в Каланис. У кате мирена кат адиабет ати курдае, убет махи качуле атурает кат ина бхая джу Каланис. Дедушке сказал его дедушка, или нет, его дедушка сказал, что Беньямин, бери детей, бери своих братьев младших и уходи. Угу. Мы с бабушкой уйти не сможем, мы старые, а вы уходите за речку туда дальше, угу. Бегите. И все собрались и ушли. К Савет Мякра Александр, к Беньямин, Саву мирили адия бет ати, бет птаве лаха котла у пирмы, шкуль ялух, шкуль кельпатух, ахун ватух, ухат ватух суры, урукун. Хушун барнара, увурун, урукун. Ахнан савевах лемасах атах, ахнохун рукун. Дедушка увел братьев, спрятал их там где-то, спрятал, и а сам на всякий случай пошел посмотреть, что же там будет. Савух Беньямин, Савет Мякра Александр Люблеле Чельпету Ахунвату Тушиеле Джухадучте У Дырл Лмата Катхазе Мудиле Тамакавуме. И он увидел, как пришли курдские женщины и забросали камнями и убили бабушку и дедушку. О, у хазиле дахи некве курдае, этина джубете, у бичип, мхьена сава унанат Беньямин, саву нохун. Когда дедушка вернулся назад к братьям, братья удивились и спросили Беньямин Муделя, Ришу Хваратела. Он посидел за один день. У иман Беньямин дырыла кис ахунвату, кис ялу, ахунвату хызина уджиб, мирина Беньямин Муделя тпыктак, аму Ришу чулы хварылы, яни чулы чосу хвырылы. Посидела. Вот. Уедана ани поклеет хани хани ха, эти на дахчула латрат Русия. Ниха ниха. Мякра Александр, а дия хум землохун буд бетуит диохун буд савохун нанохун буд бабохун буд даха хаютит бетуит диохун. Брат зоги диохун или атурета. Атурета. Мякра Виктория. Да. Айн манила, микела, мандам матела, баба савет дани, дайн манина. Моя супруга Виктория, девичья фамилия Биттараева, ее корни тоже из нашей деревни, из Каланис. Угу. Ее бабушка была тоже из, бабушка по, со стороны мамы была из Каланиса, угу. А ее дедушки, это бабушкины братья, были корывы. Корывы
нашей семьи. Угу. Меня крестил ее дядя. Мя карта Виктория уп ай осло и на мен каланес, мен матет кат и на ослот мя кара Александр. У хазманет мя карта Виктория. Саво, я нано. Хазманет нано. Это нано. Ива каривот хазманет диоку. Да, диени, да. Ага. Уани да мадреда на данет ряка-ряка, это сенеля халбит от Санкт-Петербург. Брат ее бабушки, оба брата, это Лазар Зервандов и Иосиф Зервандов, участвовали в защите ассирийцев в войне против курдов и турок. Хунват это нанет, мя карта Виктория, Лазар Зерванда у Йосиф Зерванда. Ива аскярет атурае, кат ива плаша амкурдае тамаджу турке. Да, конвой маршумуна. Ага, аскярет маршумун. Хе-хе. Они были свидетелями убийства маршумуна. У они ива сахадет откталтет маршумун. Хе. У они дырана мен плаша эцена ляха сах был ранены, они были ранены, Лазар был ранен, но в конце концов они смогли уйти и потом забрать маршамуна уже тело оттуда убитого. И Лазар пишет дурбина едана джуплаша и напишет на сах у Лазар у Йосип у Эданет, как маршумун пишет к тыла, они хотели похоронить по-человечески, а курды, у них была задача привести голову маршумуна там, этом туркем. Ну, они выкрали это самое тело и они джнивуна, джнивуна маршумуну муюна, кес атурая, и у сах пишена они. В 38-м их расстреляли. Леха, где в Руси? Да. А, у дырана леха ал Руси, эти начи с хазмане. У пишенок тылы шитет альпо джамот лайт мэнья. Хей. У Йосип у Лазар. У Йосип у Лазар. Этфалун я лебнаты, ива джвири ям ля. Лева. Лева. У бахшаван джуха чтава пишена мутхырыш мане. Чтават, в какой книге о них написано? В «Мартирологе» написано, угу. Во многих, был такой писатель Шкловский, угу. Он написал книгу «Сентиментальное путешествие», и он писал как раз о Лазаре Зервандове, он с ним встретился, когда он чистил обувь на Невском проспекте. Ага, это же «Атратрусия Хачатава» Шкловский, «Уавчтивили Хачатава» бут «Ташита» бут «Плаша». У Джавда Хочтава Матхуру Лешимит Лазар. Мен сабаб ани ам Лазар. Тпикали ам Лазар леха Джавдитит Санкт-Петербург. Уп Лазар мах чуле атурае ива чуткачи эдана. У Тарсанат Солы. У Шкловски дыялык Лазар. У Шимьолы ая ташита. У Джавчтаву Мутхыролы. Ага ташита кат Лазар хукиолы кату. И в «Мартирологе» Раби Михаила тоже конечно. Эти имена. Убдяв читавет Раби Михаил Садо, кат или угданет чуле сэгдет атурае, кат пишенок тылы шитет альпо чамот ляй шават ляй тменя леха джотра, шеманет Лазар у Йосип Зерванда пишена мутхыры, мах сэгдет атурае. Некра Александр. Адия мутхерохун бут хизманохун бут савохун бут хаюта татурае лехаджу атра бут злумьет кат тиена ал атурает кат пишена ктыл данет рякаряка данет плаша данет Сталин лехаджу Русия у адия атурае пишена ктыл джо атра джо Сурия плаша у брешена атравата хина чуле барбузена птахмент диохун пхушавет диохун му ахнан масах одах кат ла талках мах умта. Надо просто не забывать, что ты ассириец, что в тебе кровь течет вековая, и помнить, и потому что многие говорят, что сначала нужно как бы поправить материальное свое состояние, и для этого
Конечно, большинство случаев беженцы уезжают из-за плохих условий, из-за убийства, из-за репрессий, но процентов, по-моему, 60 уезжает за хорошей жизнью. В Швецию, в Норвегию, в Америку. Хорошая жизнь, хорошие пособия. А твои земли заселяются курдами. Мне привезли недавно фотографии из Каланиса. Там живут курды. И даже если... Да. Менкамета... Ахнан Герламашах, кат ахнан ивах атурае, у дым диен, би альпешин или бджая джаваридан, раба ананкетела, сама зода миннан, бампалена барпалхана, бархаюта, барзуз, катхаи, тахмуна на дахи палхи, дахи хаи, сама зода адия брхшина алдани атрават хина, Норвей, у Свиден, у Америка, барспай хаюта. Кат мапсами, кат рахат хаи. У кати мекра Александр Мара кати шудрена шикла, ат матит каланус тамаджа в Турки. Кат адия э мата матит атурая или матит курдая. Арана диян и напидит нахрая. И нахнан чулан брыкшевах бар спай хаи, бар шапир хаи. А жизнь материальная в конце концов придет, хорошая материальная жизнь. Но пока мы будем ждать эту материальную благополучие, мы потеряем национальную культуру. И уже это не вернешь никакими деньгами, никакими возможностями, благосостоянием никаким. Ахнан брыхшевах барзузы, барспай хаюта, баршула спай. У маншуйовах гянан, маншуйовах ташитан, у лишанан. Шеневарана, хаеварана, спай хае бетхави, у зуйзе бетхави, у чулеменди бетхави. И на лема дарахла ташитан, лема дарахла мардутан, бетляковых. Дети теряют язык. Я леле набдаю лишана, талукувах лишана. Язык теряет, но плюс еще не теряет такое название, как ассирийство. У талукуна ошима гура, шима атурая. И плюс еще разобщенность наша ассирийская. Стало модно в последнее время называть себя сирийцами, халдеями, вавилонянами. Забывая о том, что корень-то один у нас, а уже если твои еще дети будут помнить, что у тебя корни ассирийские, то уже внуки скажут, что мы не ассирийцы, мы халдеи. У айага чулпа кат иледжу умта, кат чутха мульхамна хашима, атурая, бабеляя, кельдая, яминдзяна хина, я сирьяная. У ان اخنن هالبدايه وقت اخنن اقران خائله خا امتوخ يالن بلكت بداينا انا نافق ديان ليطي قد اخنن اقران ايل خا واخنن خا امتوخ وخا شمل ايوخ اتورايه Что нам надо делать для этого? Надо воспитывать детей. Надо воспитывать детей. Надо стараться не забывать. Надо общаться. Ахнан герхавилан ясура ам удалы. Лазым малабте ялан. Кат ани ина атурае. Язык. Что делать с языком? Это наша боль, наш язык. Как вот нам поступать? Это наша трагедия. Это наша трагедия, я сказать не могу, что делать конкретно с языком. Стараться. Март лебедиен. Наверное, детей мы можем уже в таком возможность научить языку. Мы, наверное, потеряли уже, но хотя они знают отдельные фразы. Но значит, надо взяться за внуков. За внуков. Да. من كل خلانا مرة إلى ديان كات أخنا تالوكو وخليشانا
У ахнен халтавидвах, кат ярен лен абдая лишана, хач пармуена, хач махабрана и на лен абдая. У чоя лазм, кат ади метхеле, у мальпахлун навиген, кат ани мансуре-суре лепи, у ятыла лишана. Просто когда была возможность учить в таком большом городе, находиться, это 100%, это ассимиляция понятная маленькому народу в большом городе. Но если в то время наше было сложно даже собраться и учить язык, и не было пособий, не было книг, у детей тоже не очень в этом отношении было, то при нынешних возможностях учить язык внуков, и это сам при... Я благосостояние, конечно, более выросло, и теперь возможность создать школу, и учить это уже проще. Возможно, это будет. Чумен ди, литфален читаве, литфален персет, литфален зуз, ураба мендиане литфален. У лехва мсая мелпахвалун ялан, у джавджурта мендита, джавгалута, сурта умта битлакала. Мен сабаб раба аскела, ураба дахтмаран злум явиена, у мендиане хина, у... Леля витает хаперсат, кат мальпилун яле лишана. Ина адия, итан читава, приша-приша, ит интернет, ит раба мандзиана хина, ит аха явальта ушкальта, билабил атурая, у анбайи маси лепи лишана. И? Раба мандзиана адия ит. Об иурхат интернет масах. Так намного благословенно... Самосознание сирийцев новых, которые сейчас намного выше, чем прежних, там, во-первых, образование выше стало, да, 90% ассирийцев с высшим образованием. Уп хиялат атурая, кат ина бихая адия, буш спытала мандант атурая, кат хиина машина камхадия, ян тманы ян хамшишина камхадия. У юльпана, у мардута, сама зода, эти джу има атлун юльпана аллая, бакраяна джу бетсоба, у буш раба, масы адия оди шулана, чмат ива хамшишина камхадия. Можно создавать организации, можно входить, получать какие-то возможности, собираться проще. Буш спай масы адия оди шутас, у хуи хаиди, у шотапуят, у мандзиана хина, у кепши алуи дала, у раба шулана спай одика умта. Мекра Александр. Лишана дахтмарух алтат пашамта летун хумью адхавитала му хумьетун мут адат мут разауриз шароват му липетун мансавухун у хумьетун халь адия. Ну, блюда все ассирийские. Чулями хулиатит атврай. Да, обязательно. У адия анат мылый, мя карта Виктория бушилтава бушаля. Раба басим та дуч тохун батл та чулёхун у долма. И у нас в нашем городе, в наша семья, мы проводим много праздников, почти все религиозные, Пасху, Рождество, Маргиваргис, Шарат Маргиваргис, Шарат Матмарьям и Духранат Марк Зерванда. Марк Зерванда. Да. У бейтуйтет мекра Александр чудана леха и на шарачи, и на марьезанат дани юмана дыя, кат и на джо ита у джев умта диян. У леха джев дитет Санкт-Петербург марьюзена они зуяхы, чулы ида джура, ида сура, духранат мат Марьям, духранат Марги Варгис, Марзерванда. Марзерванда. А иля мен матохун. Мен матени. Тама джу матохун адхавидуна ахаюма. 27 сентября. Сришавап Илюль.
или шарат марзерван, да мудиваду тунойума. Собираем народ, угощаем. Мудибашулетун. Бджмая начула атурая, алях бет диохун ян ича. Ресторан. В ресторан. Ресторан, да. Вадатун мертуха, ян муди. Мертуха. В основном мертуха и все. А основные блюда просто такие общевосточные. Учуле михульята татурая, у мертуха баюмат марзая, вадатун. Нет, здесь да. Нет. Почему-то здесь бабушка делала марзая 14-го. На нет, мякра Александр юмат шарат марзая бушилтела мертуха. Мертуха, эй. На нух это бабух, ян это ему. Да, ими. Это ему. Здесь почему-то марзая не. Мы сабаб тама мат диохун ахашаралена двику атха и на диохун дуна вадена от марзерванда. Да, марзерванда. Она лен вабдая будда хаюма. Меня мамы фамилия Зервандова девичья. Ага, бейтуйте две маму и на Зерванда. У супруги бабушка Зервандова. У меня карта Виктория Нано Ива Зерванда. Да. У Ани и на. И дедушка, мамин Викин папа тоже Зерванда. Ага. Дедушка. От меня карта Виктория сама зода бетуйте и на Зерванда. Да. Это имя было очень распространенное в Зерванда в этой деревне. Где мать Дани, ага, Шима Ива раба маплюху. Недавно я в интернете нашел воспоминания английского ученого, который ездил по Хакяри. И он пишет, что список деревень, которые существовали на этой территории ассирийских, и одна из них написана деревня Каланис, одна церковь, два священника. Церковь называется Марзерванда. Угу. Мякра Александр Хачмадана Камхадия бюрхат интернет мучхал хда мут анута кат ювол ха парсупаман Лондон кат илич тива ташитат чуле дани метфатат джу хакяри у тама пишел мут хреш мут матет Каланес, кат иваджа в Хакяри, у аво наша мутхырлы, кат джудаха мата, умра, ива умрат Марзерванда. Марзерванда. Упкада ахашара, а юма духрана, итун бетхару, итун ваду. Этот день крестовоздвижения вообще-то, но почему-то они праздновали именно в этот день, этот самый Марзерванда. Эй, Идаслива, эй. Ахнанджа в Армении, Матфата Диен, Вадена Идаслива. Да, они вот, и с этого времени пошло этот праздник. Может быть, он не так распространенный везде, но вот в нашей деревне его праздновали. И когда в 60-х годах дядя сказал, что, говорит, давайте восстановим этот праздник. Мамонух. Будем, да. Угу. Давайте восстановим этот праздник. И Мамоня Михаил. Давайте восстановим этот праздник. И они стали собираться сначала семьей, а потом уже всех ассирийцев местных собирали. Шинанет эштие, мамунет мякра Александр, Михаил, мирил темун ахаюмах мадрам заехахлы, дах видена баба савад диян. Уэдана кпишена камтабне бета, хазмана, умамбархада в шурина бекпеша чуло амранет Санкт-Петербург. Ича Эдана Ича Баджмает он ва. Хина Джубета ян. Сначала дома. Манкамета Бета Мубархада. Потом в небольших, как красный уголок сказать. Ну, Эхатха. Да. Где возможно. Шопа, да. Ичет Масыва Бекташева у Ага Юмам Заюхува. Накра Александр. Дахтмари Хават Раба Басима. У меня карта Виктория, а ведь он раба Басимы, катана Иван Удзю, арха Джавбетохун, ага Басим Тадуча, левах Джумдита, ивах Ведермен Бдита, Илмеша, Бархасан Бхзаетун, Иланат Машин, раба Шапер Тадучтала,
Хачалойба, Хашланчуле, Хазиелан, Мекра Александр Люблен, Удючулю Юмалахаван, Хашапер Таемнта, У Адия Ани Юмана, Раба Шахина Юмана Налаха, Дахтмари Иля Гярби, Алаха Иля Карта. И на Ани Юмана, Дах Оям Бета, Джав Краснодар, Хамма Шимша, Шимша Муитон Мани. Спасибо большое. У раба Баси Махавала это меджит, у раба Спайдучтела, раба Шапире, чуле, у раба Мупсам Лилаха, а ведь он раба Басима. А дия Джевхутама Дахахурзен, как раба Атурая, Катан Бахзая Убашмаяна. Муид Джулебух. Мамтатла ал чуле атурай. У меня большая-большая любовь к вам всем. Я вас всех очень-очень люблю. Вне зависимости от того, кто вы сейчас и где вы сейчас. Я вас очень люблю и помню о том, что я ассириец. И я всегда с радостью вас всех принимаю и целую, и обнимаю. Ана атли хубаджура качулохун. Качуле бне умти. Лепершуня, манитун у ичетун. Би лебаджура, ана тахмуновен базохун, у ана ивен атурая, у ленманшуйо, у рабабхаден, хамеша хазиннохун, хамеша тепкен бийохун. У этли раба хубаджура, качуле бне умти. Накра Александр. Ахнан биурхат Фейсбук, Ива Хорвата, раба ярахта дана, у атлан явал таушкальта, у чемзы махмудал, у раба атлан ясура. Ина гяха камета парсупаид битпаковах ам удал, ана лен вабда йохун халадия, у раба бгдаеван атмаджит кат адия иван леха утпекли амохун. А ведь он раба басима. واها تلبا قد إلى لخبر خاصا وفقها إلى آتورايا А то, что я учился с твоим мужем, Урад Михайля, в одну школу, конечно. Ага, некро Александр Ам Барзоджи Рубен Александров и Ваялуб от Мнаха, Раби Михаил Садо. И Виктория. Упня карта Виктория. Да. Эдана Рубен Леха Ива Джомдитет Санкт-Петербург, Бакраева университет Леха, Эшташина Лехова, у Эдана Авпешли Ялопа от Раби Михаил. Она не вобдает, как упахнухун, чулохун мудал итун. У Мадедана бдает он удалы, а деда упана дыли катохун, у рабах дыли бидаха юма. У Бнеумтан Мугабы, Адия бешваках катохум пшена, ина курбадана хамунован бетхавилан хурза, мен беткурватат левашова, адия шоках ора, ага, трейн. Мы в школе и познакомились с Викой. А-а-а. Конечно, а-а-а. Мы единственная пара, которые сошлись. Ага. Окей. Джев мадрестет Раби Михаил, мекра Александр Тпикова би, мекарта Виктория. Чмашина твоя дана? 25. Срихам шашина? Да. Ухазиалух мекарта Виктория. И все. Аляманах Раби Михаил, у Ав Виле Сабаб, кат Ахтун. Да. Джверохун. Да, да, да. Мекарта Зина. Она была очень рада, она говорила, что вы наша пярочка, единственная пара, которая... У Зина Барзоджит Раби Михаил, Братзоджит Раби Михаил, Рабах Дитова, кат я любе, от хабит пакана, у бегверена, от урая, ланах рая. У Рабита Зина малю похун варыгды. Да. Потавилан хурз, мен мякарта Зина, у... Бетазах албет курватат Левашова и кет ина атурая и чет ина кораватат атурая, кет пишена сэгде,
Шитет альпо отжамот лай шават лай тменя лахаджав дитет Санкт-Петербург. Дахтмэре мякра Александр мохам шипар суп пишенак тылы эдана у бет азах лдан бет курвата бет одах хурза у бет маслахла. День мученика. Хей юмет сэгды шавап табах чуля атурайт мдитет Санкт-Петербург у мякра Александр у пар супа хине бек пашена там алдан бет курвата л ухданет Сегде атурает пишна ктыладжа в дитет Санкт-Петербург. Ади я шоках катохум пшена. Хавитун раба басима, кат итун аман, кат бахзаетун хурзадиян. Басима, мякра Александр. Басима. Хушум пшена.